30 августа 2018 год, Харьков. Вот с такого ракурса вообще храм выглядит великолепно. И нашел я объяснение такому обилию желто-блакитных стягов. Говорит, если побор это, вам Бог да помогает, вам Бог помогает. Оказывается, в отличие от стоящего на противоположном конце парка храма Матроны Московской, который, я так понимаю, православная Московского патриархата, это у нас Украинская греко-католическая церковь. Да, но выглядит он, конечно, намного ярче. Чем кубообразный храм Матроны Московской. С этими вензелями, завитушками. Прям сегодня какой-то поход по храмам и церквам.